Генеральная репетиция перед главным стартом весны. Накануне майской эстафеты бегуны собрались на традиционном Соломбальском кольце. Все итоги в материале Алексея Карельского. 52-я Соломбальская эстафета хоть и была посвящена Архангельску как городу воинской славы, но лишний раз доказала, что столица Поморья еще и город славы спортивной. На старт вышли тысячи человек, представляющих сотню команд. Первонаперво организаторы дали дорогу молодым. Папа будет там стоять, и ты палочку возьмешь и туда бегом. Дошколята в этом году бежали не по привычной для них улице Маяковского, а, как и все, по Никольскому проспекту. В прошлом году проанализировали ту ситуацию, когда родители бежали рядом с детьми, и было очень некомфортно. Ребята терялись, малыши, и кто-то забирал палочку совершенно у другого детского сада. Были конфликтные ситуации, и мы решили немножечко упростить ситуацию и упростить маршрут для дошколят. У детсадовцев было всего два забега по шесть команд, разделенных по гендерному признаку. Первыми замелькали ножки девочек. Пятки соперницам на финише продемонстрировали бегуни детского сада «Лесовичок». Я очень тренировалась хорошо, я очень слушала нашего учителя и очень хорошо старалась. Мы победили, потому что мы самые сильные и хорошие. У победителей среди команд мальчиков нашлись другие аргументы в пользу своего триумфа. В этом забеге равных не было спринтерам из детского сада «Улыбка». Почему вы победили? Потому что у нас очень дружная команда. Различные качества своих команд продемонстрировали и школьники. Сперва среднего звена, а затем и старшеклассники. Последние бежали бок о бок с учащимися колледжей, техникумов, сборными командами различных организаций. У старших девушек судьба первого места решалась на последних метрах дистанции. Развязка получилась для 43-й школы болезненной. Первое место у команды 14-й школы. Было очень неожиданно, что вообще наши первые бежали. Вот, и... Ну, понимала, что ответственно очень, и надо рвать за первое место. Основной забег у мужчин вышел не столь драматичным. Команда «Поморские», состоящая из спортсменов-любителей, с каждым этапом по чуть-чуть наращивала преимущество. К финишу многоопытный Сергей Смирнов привез преследователю полсотни метров. Для чего вы как раз участвуете в этих эстафетах? В первую очередь, поддержание здоровья. Во-вторых, это, ну, быть примером, наверное, для детей. Замотивировала ребят на новые свершения и церемония награждения. Школьникам и их старшим товарищам вручили кубки и медали. Дошколятам, помимо прочего, достались сладкие призы. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион 29.